Сегодня я гулял ночью, и было холодно. Но я не просто гулял, а хотел искать такие тренажеры, которые у меня тут рядом. Я хотел найти другие такие же, потому что вчера выяснилось, что один из них, по крайней мере, обладает совсем нехорошим балансом. То есть там неровная часть этого тренажера, и у меня наверняка именно из-за этого уже начала болеть коленка. И я пошел в такой прямо большой комплекс есть этих тренажеров. Наверное, он самый большой здесь в городе. И там вот такие вот тренажеры, какой у меня тут не настроен, как бы плохой баланс у него. У тех тоже плохой баланс. Хотя там нет вот этого вот шатания. Да, трудно говорить, когда не рассказываешь, какой именно тренажер. Но второго вида тренажера там вообще не было, который у нас тут есть, а там, ну, тоже есть, но там он более продвинутый, и он уже прямо на тренировку чего-то, а я как бы хожу на тренажеры не для того, чтобы тренироваться, а для того, чтобы, я вот уже кому-то говорил, что это кардиотренировки. И мне пришлось оттуда возвращаться еще и здесь что-то доделывать. И да, было холодно, меня даже где-то комар укусил. Это, наверное, основная новость из жизни. А еще есть такая новость, что вчера и сегодня почему-то пахнет дымом прямо везде. И в новостях я как-то не видел информации по этому поводу. Еще посмотрел фильм, который называется «Ночная прогулка». По-моему, он так и называется. И там, конечно, меня удивил актер главной роли. Это просто нечто. Он очень простой. Он либо, я не знаю, либо грустный, либо веселый. У него два лица, и так весь фильм. Но я еще думаю, что за актер такой, почему мы его вообще взяли? Я начал про него читать, и выяснилось, что он играл он играл ребенка в детстве. И ну, это прямо какое-то детское такое актерство мне показалось. А потом выяснилось, что его биография связана с персонажем. И, в общем-то, в этом есть смысл. И, ну, конечно, это не производит какого-то впечатления там культурной насыщенности. Хотя, я не знаю, но мне показалось, что достаточно что-то такое доброе. Не знаю, очень простое, честно говоря, и музыка такая старинная.